набил, а? Я говорю, кто набил? А? Сестра набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У мажора из Калифорнии стояк на экзотику, а я всажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь из семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол, а? Наши любимые! Из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас! Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать! Кстати, зажигалка твоя, дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон. Клянусь богом, мужик. Это правда прекрасно. Что ты готов умереть за любимую. Что нахрен происходит? Лиза, я иду! Где ты? Я иду! Блин, как туда добраться? Блин. Да ёлки-палки, открыл инвентарь. Не смог потушить огонь на себе. Самое интересное, они его схватили, откуда у него все это оружие осталось? Черт побери, блин! Блин, времени нет, быстрее! Всю ерунду тут страдаю. Да ш... Ну чё, на доску даже ногой шагнуть не может, блин, ерунда какая-то. Я вижу дверь, иду! Дальше что, не пойму? Да! Ой, не падайте! Не бойся! Огонь, всё близко!
определенно не сюда! Я чувствую, я тут не успею с таким подходом к делу. Жар уже невыносимый! Куда, куда? Не вижу, блин. Что за хрень? Блин. Я же подходил к этим лианам, почему не высветился? Спокойно, Лиза, я иду! Не бойся, я тут! Боже, не шевелись! У них Оливер! У них Оливер! Сейчас мы ему никак не поможем. Иди за мной! Есть идея. Есть идея, есть Икея. О, нет, я так не могу. Отсюда только вниз, давай. О, боже. Что, нормально нельзя было спрыгнуть, что ли? Он как на ладони! Иду за ним! Кто там еще? Стреляй по тачке! Лиза, за руль! Что? Иди! Окей! Окей! Цель спинтовать! Черт, не заводится! А что, если толкать, она заведется, стой, что ли? Неужели на этот раз нам не придется вести, если это, возможно, придется стрелять? Офигеть! Ты видела этот взрыв? Как она может видеть, когда она ведет машину, придурок? О, бесконечные патроны, это замечательно. Давай, смоги. Блин, что перезарядка есть. Они в нас стреляют. Да ладно. Чем ты занят? Стреляй по ним, Джейсон. Не дергай руль. Ты мешаешь. Не дергай руль, я кому сказал. Иди прямо, я же не могу прицелиться. Как мне сосредоточиться, когда в меня стреляют? Как-нибудь сосредоточься, дед. Руки на 10 и 2! 10 и 2! Хочешь вести? О боже, о боже, о боже! Быстрей, быстрей! Тут не шоссе, не могу! Кого боишься? Копов! Ух ты! Зачем заглушил мотор? Не я, он сам! Покрути ключ, меньше газа! Да я, ты о чем вообще? Лиза! Они перед нами! Джейсон, впереди! Нормально есть? Поехали! Пистолетик бесконечный. Чем вообще в них стрелять, когда их можно давить? Ну почти можно. Уходим! Я все брошу. Быстрей, быстрей! О да, ублюдки не узнали, что их убило. Фу! Мы чуть не умерли, не попали в рабство, хороша радость. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай, я все исправлю.
Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейс, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Дейзи сказала, что она в пещере под домом. Да, веселенькое путешествие было. Но мы спасли Лизу, так что все нормально. Целых 2000 экспы, 2 очка, 2 очков навык. Ладно, я сейчас тут подумаю, на что их потрачу. Так, извиняюсь, миссия, кажется, еще не до конца выполнена. Надо вход в пещеру найти. Блин, это опять... Где я за... Грибами, что ли, ходил? Лиза? Дейзи? Ты цела? О. Дейзи, мне очень жаль. Лиз, я выплакалась. Я нашла тут лодку. Если ее починим, это будет наш билет домой. Да, и прямиком на дно океана. Сказал опытный мореход. Хотя помощь мне нужна. В моторе должна быть силовая головка, ее нет. Ладно, я поищу. Отличная находка. Давай, посмотри. Ты цела, я рада. Я тоже. Думаешь, лодка поплывет? Я росла с лодкой. Поплывет, поверь. Интересно, что происходит в Санта-Монике сейчас? Все спешат в Малибу. Вот что там. Ничего не пропустишь. Че, девка тут разбирается в лодках, что ли? Чего? Что-то здесь ничего не указано. Где искать? На дне океана. Ну, я уж сказал, океан, так лужится. Ну, там что-то светится, наверное. Все, больше ничего тут нет. Дейзи, держи мою головку, которую я нашел. О, нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. Чего себе спасибочки. Напомни, а почему я, а не ты? Я даю зажигание! Это ты о чем? Готова? Почти. Есть! Да! Клево! Дальше мы сами! Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом. Да я и не только поговорю, я еще и
еще кое-что сделала. Давай, Лиз, что скажешь? Мне каждую ночь снится Голливуд, а просыпаюсь здесь. Прости, что так вышло. Ты не виноват. Надо было мне не соглашаться на скайдайвинг. Главное, мы оба целы. Ты ведь меня спас. Я здесь благодаря тебе. Теперь нам нужен план действий. Ладно, я найду Райли и остальных, а ты будь здесь и помоги Дейзи с лодкой. Мы еле успели убежать. Лиза, я знаю. Не волнуйся. Будь осторожен. На этот раз все.